Так, ну вот здесь внизу санаторий, я вижу тут Днепр, санаторий. Получается, что он в районе маяка, только ниже. Ниже пройдем по дороге от санатория Днепр. Тут красивая территория. Это старый санаторий, советский, еще времена был построен. Поэтому здесь все такое, как раньше делали, капитальный парк с растениями, не то что сейчас. Вот сейчас посмотрим, тут фонтан впереди. Полюбуемся фонтаном. Вот растение, кедр атласский сизый. Вот сам фонтанчик. Красавчик. Смотрится очень эффектно. Люди фотографируются здесь. О, отсюда вид неплохой. Сейчас надо фото сделать.